поверхностный взгляд на фигурное катание. В парном катании также на втором месте американцы. Киона Маклафлин и Рокни Брубейкер. Чемпионы мира среди юниоров. После короткой программы они были на третьем месте. Потом Маша и Максим откатились на четвертую позицию в произвольной, и американцы поднялись. Но многое из того, что задумано было, у американцев уже получается. Киона Маклафлин и Рокни Брубейкер. Чемпионы США, чемпионы мира среди юниоров. Даже не знаю, что могло бы им в ближайшее время помешать взойти на пьедестал уже взрослого чемпиона.